Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная серия карьеры за ЦСКА в игре Total Club Manager 2005. Сегодня у нас групповой матч, второй матч в группе против Manchester United. И давайте попробуем выиграть, ну или как минимум сыграть ничью этот матч. Мы выиграем даже после первого тайма. Вот это ничего себе. Ну и надо заменку сделать. Вагнер не попал в игру. Вот это да, 1-0 Сычев. И мы возглавляем. Давайте посмотрим на Кубок УЕФА. Есть наши клубы. Донецкий Шахтер. Давайте посмотрим на эту сгенерированную команду. Вы сами видите, здесь Тимощука нету. Здесь в этой группе питерский Зенит. Казанский Рубин. И все. Локомотив проиграл, поэтому не вышел. Ну, это типа Кубок Интертото, или как так называется этот турнир. Следующий матч против Ярославского Шинника. Так, посмотрим на ежемесячные почести. Кстати, можем купить Эривалду. 32 года, но статы вполне годные. Наших нету, а среди молодых... Дмитрий Сычев, пожалуйста, и Вартан Мазалов, на которого мы глазик-то положили. Нет, нас не отмечают здесь, и продолжим. Ерошка, красная карточка, это мы помним, оплата спонсора. Вот так вот. Так, у Алдонина травма. В три форварда сыграем, посмотрим, что из этого получится. А, Ерошек. Играем в ничью. Ничего там страшного нету. Не прошел наш резервный состав в кубке. Команда опасная. Татус. Проиграли, да, Саратову. В принципе, хорошая команда. Но вот защита. Защита подкачала. Ага, вызов на игры против Лихтенштейна. Кенфеев лучший. Давайте, наверное, это оставим так, как и есть. Артур Пагаев, 32 года, но статы вполне неплохие.
даже речь не походит. Денис Клюев. Так, нам нужен напарник. Опорник. Константин Коноплев. Дмитрий Смирнов. Давайте Коноплева. Андрей Соломатин. Ага, его еще никто не купил. В Корее. Так. Смотрим, что у нас с ПП. Ролан Гусев. А где Гусев играет? В московском Торпеде. Нет. ЛП тоже нету. Поэтому, да, вызовем мы Андрея Аршавина. Что-то Киржаков не играет, что ли, как-то после травмы. Да, что-то с форвардами как-то туго. Ну, вполне неплохо. Вот я вам про что и говорил, видите? А нам нужно состав составить. У нас 1, 2, 3, 4 футболиста. Ты почему-то только вот когда за российскую команду играешь, вот такая вот хрень происходит. И Ерошку мы еще не можем использовать. Мы можем, в принципе, состав сгнобить. Парочку человек из резерва. Запасные. Возвращаем Дмитрия Кириченко. Мне просто, чтобы состав набрать скорее. Так. Двоих. Еременко. Подольский. Так, кого куда придумать? Может, два центральных, что ли, сыграть? Давайте. Команда, набор. Вот, мы можем два их не использовать. Главное, чтобы в заявке было 5 человек минимум. Тогда мы можем сыграть этот матч. Ну что, матч против Сатурна. Давайте начнем. Два-два после первого тайма. Ох, что ж так хреново-то, ребятки. Полузащитник травму получил. Феррейра, Вагнер. Дважды Феррейра. Молодец. Осбор Феррейра. Не 4 очка, мы впереди. Вагнер. Лучший бомбардир. И насколько у нас травму получил наш 3 месяца без правого полузащитника. Да, надо будет что-то думать. И теперь матч против Лихтенштейна. Оставляем все так, как есть. После первого тайма выигрываем, у нас удалили игрока. Все супер сказочно. 2-0, да, Коноплев. Красная карточка. Но у них тоже удаление, овощи. Бугаев у нас травма. Следующий матч против сборной Португалии. Просто сказка, просто супер.
Самарских Крыльев будем играть следующий матч. Да, надо что-то в составе будет сейчас моделировать, генерировать. Ключевой матч в группе против сборной Португалии. Начнем. Может быть, как матч с Манчестером повезет. И охренеть. У них удаление. Да, у них удаление. И... А мы выиграем 3-1. Мы просто... Помните, нас 7-1 разгромили в Португалии? Теперь мы громим Португалию со счетом 7-1. Ребята, это честно, это охренеть. Да, тут травмы, удаление, все дела. Рикардо Карвали на 7-й минуте. А дальше, смотрите, Радимов, Панов, Радимов. Радимов, Сычев, Евсеев. Это просто охренеть. Я в шоке. Я, мне нет слов. Менеджером. Я честно в шоке. Надо подумать над составом. Что придумать бы. Ну, Аршавин идет на фланг. Ерошек. Да сколько еще матчей-то? Еще два матча не может играть. И Ежи, Ерошек. Давайте вот так, что ли, попробуем и с чего пока на замене оставим. У нас удаление. У нас еще и замена была. И удаление. Так, Абордан. И Сычева. Битокова очередная травма. На 2 недели. Оливера Коун развивается неплохо. Ну вот такой получился у нас сегодня выпуск. Неожиданный. Победа над Манчестером и разгром сборной Португалии со счетом 7-1. Это стоит того. На сегодня это все. С вами был Andrew Five. Подписывайтесь на канал, комментируйте это видео. Пишите, не в шоке ли вы. Ставьте лайки. Пока-пока. Следующий матч у нас снова Лига Чемпионов.